Всем привет! Я продолжаю играть в игру Match Dragons. И сегодня я решила пройти комнату, которую мы пропустили. Вернее, уровень, который мы пропустили. Это Крипта Страха 6. Тут надо было 5 кубков, чтобы в него играть. И поэтому мы не смогли пройти, когда проходили Крипты Страха по пути. Итак, смотрим, какое же здесь задание. Задание 1. Создайте зловещий побег, создайте тройной гриб и выведите 3 драконов. А общее задание у нас это восстановленную статую создать. Ну что ж, давайте будем разбираться. Так, сейчас посмотрим вот этот один островочек такой, сердечки, так, семечко, могилка. Травушка-муравушка. Травушки я вижу здесь 3. И сердечко, как нам получить? Сейчас мы посмотрим. Лужа. Лужа, кстати, скоро может прорасти. А у нас лужа. Тун-турун-тун-тун. Так, семечко 1 у нас. Ну, давайте. А, 2 семечки есть. Вот одно семечко и 2. А чтобы к нему пробраться, нужно через... лужа через могилку. Чтобы лужу получить, нужна могилка. А могилку нам нужны зомблины. А чтобы получить зомблинов... Чтобы получить зомблинов, нам нужно, наверное, открыть таинственное облачко. А, нет, вот могилку я нашла. Здесь же. Вот. Хорошо, что не успела лужа превратиться в гриб, пока я тут ее рассматривала. Так, есть росточек, готов. Первая звезда. Так, смотрим, грибочек. Есть, вот еще одно сердечко. Надо 3, 4, 5 открыть. И теперь мы тогда можем вот сделать вот такую сферочку, чтобы открыть таинственное облако. Так. О, гнездо с яйцами. И сразу вот один дракошечка. Так, кстати, на этом уровне 2 гнезда с яйцами. Надо запомнить крипта страха. Вот по 5 я их соединяю. 3 дракончика вывели мы. Остались еще вот 3 звезды получили. Ну, теперь давайте смотреть, как нам. Так, вот сюда. Как нам добраться до статуи? Трава, кстати, там нужна. А здесь деревце нужно. Деревце. Так, а росточек у нас так. А, вот такое дерево у нас надо. Дерево. А что еще? Сундук. О, кстати, вот у нас тут сундук. Хорошо, что я его не открыла. Здорово. Не надо спешить, называется. Не спешите. Вот еще одна травушка. Можно вот так повытаскивать. Так, мне нужны сферки вот сюда. Можно, кстати, звездочки распотрошить. Здесь тоже сферки бывают. Вот еще один сундук, кстати. Так, вот дерево. Так. И вот вытаскиваем последнюю статую. Есть. Ну, теперь можем остальное пооткрывать. Нам главное дойти до вот этой статуи. Подобраться к ней. Все 3 звезды уже получены. Вот так можно это все позапускать. Все сделали. И выходим с уровнем. Ну вот, крипта страха 6, кстати, имеет 2 гнезда с яйцами. Потому что было у кролика задание, где нужно было коснуться гнезда с яйцами. Ну, 5 нужно чаш, чтобы в него играть.
этот уровень. Посмотрим, что нам тут предлагает. Сундук трехчасовой. Семена драконового дерева. Гряда дракона, кому нужна, бесплатно. Смотрите, кстати, вот гряда дракона бесплатная. Да, я вот на этом уровне только вижу. Ну и все, больше ничего интересного нет. Вот такой вот уровень. Следующий нам нужно, вот крипта страха 9 будет проходить. Ну, это уже, наверное, в следующий раз. А пока всем пока-пока, до свидания.